Это дата. Это дата, которую мы помним. 29 числа 6 месяца каждого года здесь, на нашем традиционном фестивале, мы помним, что поэты живут только тогда, когда мы читаем их стихи. Сегодня день рождения Влада Клёна. Влад Клён – плоть от плоти, кровь от крови наш, стихословский поэт, наш поэт фестиваля времени Висбора, мастер фестиваля времени Висбора Влад Клён. Влад Клён, ты лучшее, что есть в моей судьбе. Ты лучшее, что есть в моей судьбе. Пусть ссоримся, казалось бы, навеки, и сомкнутые, заспанные веки похожи на отчаяние небес. Ты лучшее, что есть в моей судьбе. Слеза, как полуумная, петляет, и я, хамелеон, цвета меняю. То злюсь на бред и боль, то рвусь к тебе, сметая все, себя подчас не помню. Спешу тебя обнять, сказать тебе, такой и неземной, и вероломной. Ты лучшее, что есть в моей судьбе. Влад Клён. Я прощаю этот звонок человеку, который его делал, потому что фестиваль «Время Висбора» приветствует лауреат фестиваля «Время Висбора» Нина Олейник. Это тоже приятная неожиданность. Но мы помним Влада Клёна и книгу, которая его оставила в вечности. Стихослов офлайн.